В Магадане провели итоговое заседание Общественной палаты пятого созыва. Поговорили о главном. За время участия пятого созыва общественники поднимали вопросы местного значения в экономической области, повышения качества медицинских услуг, контроля качества местного самоуправления, социально-экономического развития города и другие. Глава города Юрий Гришан поблагодарил за проделанную работу действующий состав палаты, так как присутствовал на каждом заседании общественников. Мне действительно посчастливилось все эти годы вашей работы принять участие во всех заседаниях, если я был в городе, потому что надо воспринимать не только через короткие смс-сообщения или какую-то информацию в СМИ о том, что происходило здесь, но и почувствовать настроение. Сейчас это труднее, потому что эмоции только наполовину можно увидеть. Самым активным участникам Общественной палаты пятого созыва вручили благодарности. 16 ноября 2020 года пройдет заседание с новым составом общественников шестого созыва.